Всем привет, дорогие друзья! Вы на канале Скубаев. И сегодня я продолжаю серию передач о юдха-йоге, секреты йоги. Итак, друзья, сегодня тема плечи, работа плечей. Как работают наши плечи и как включить верхний перекресток. В прошлый раз я показывал вам принцип, как работает нижний перекресток, как не заваливаться на правую или на левую сторону, как удерживать спину ровно. И я надеюсь, вы поработали над этими принципами и смогли их применять и применяете уже сейчас. А сегодня покажу, как работает верхний перекресток и какие упражнения я выполняю для того, чтобы верхний перекресток поддерживать в тонусе и для того, чтобы плечи были здоровы и чувствовать себя хорошо. Итак, первое, что мы должны начинать с внутренней части. Значит, и локти после нашей разминки, когда мы разогреты уже, после этого можем пробовать практиковать работу с локтями и с плечами. Итак, ставим руки внутрь, разворачиваем ладони, ставим внутрь. Наша задача будет свести локти в итоге. Задача свести их вместе. На разном уровне. Самый слабый и легкий уровень это вот здесь. Значит, на вдохе мы разводим руки в стороны, на выдохе тянем руки внутрь. На начальных этапах это может быть сложно. Главная задача это установить руки, чтобы создавать вот такое вот движение. Помните, что спина округляется вперед, назад, грудь раскрывается. Вдох. Вдох носом, выдох. Также я специально одел сегодня шорты для того, чтобы показать, как работать внизу. Итак, мы присаживаемся в такое положение и попробуем поставить руки, развернув, удерживая вот ровно в ладони. Видите, ровно рука здесь укладывается. Поставили, делаем вдох, слегка раскрываемся в ногах, в коленях, раскрываемся. Делаем вдох и выдох. Коленками помогаем ногами свести локти в центре. Делайте это аккуратно. Первый раз делайте еле-еле полсилы. Затем чуть-чуть увеличивайте, увеличивайте, увеличивайте. И в итоге вы придете к тому, к чему дошел я. Свести локти вместе. Начинайте с этих упражнений. Потихоньку, свободно, и ваша спина раскрепостится. Посмотрите, как работает здесь. Соединяя от центра спины, от грудного отдела, у нас вытаскивается наша вся часть вверх. То есть мы создаем движение. Подвижность лопатка. Работает грудь. Работает ключица. Все здесь работает. Итак, верхний перекресток. Полоса, которая проходит через плечи. Вытягиваем руки и потянулись в стороны. Почувствовали натяжечку. Прикладываем тыльной стороны ладони правую руку и беремся за локоть. Вдох. Вытягиваем и выдох, натягиваем внутрь. То же самое сделаем на другую сторону. Вдох носом и выдох том. Теперь попробуем в итоге соединить два локтя. Друзья, для тех, кому на начальном этапе сложно выполнять данные приседы и захваты коленями, посмотрите, как можно делать это, сидя на, например, на какой-то опоре, на стульчике. Мы присаживаемся и пробуем здесь забрасывать локти. Следите за стопами, чтобы они не были в стороны, а доворачивайте их в центр. Вдох. И в итоге вы придете к свободе, соединяя локти вместе. Запомните три стадии. Первая стадия – это центр нашей центральной линии. Вторая стадия – боковые, посередине груди. И максимально боковые, тыльной стороной на ребра. Сведение локтей перед собой. Вдох. Такие упражнения будут вам полезны. Будьте здоровы!
Еще очень интересное упражнение на работу верхнего перекрестка и плечей. Примите положение всадника кибодачи. Устанавливаем руки на колени. Слегка приседаем. Пытаемся провернуть, как можем проворачивать руку. Как получается. Работает вся половина тела. Правая, левая. И в итоге достать до голени. Совершенству нет предела, дорогие друзья. Совершенствуйся вместе. Сарва Мангалам. Да будет благо.